Но пока самый большой скандал Евровидения 2017 – это все-таки участие, точнее, уже не участие в нем России. На этой неделе Служба безопасности Украины окончательно решила, Юлия Самойлова не имеет права въезжать в Украину. И причин для пересмотра такого решения нет. Ведь закон един для всех, а его Самойлова нарушила. Певица выступила в 2015 году в аннексированном Крыму. В России решением СБУ, понятно, возмутились. Начали спекулировать на теме ограниченных возможностей Юлии и заявили, что вообще будут бойкотировать конкурс. В Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, хоть и говорили, что примут любое решение украинской власти, заявили, что этим решением разочарованы и даже предложили выступить Самойловой по видеосвязи. Но в России от такого варианта отказались.